с башни вид на Братиславу. Там вдали какое-то водохранилище. Видно, Дунай. Дунай виднеется. Там вдалеке гора какая-то. Последняя из цепочки Карпатских гор. Дунайская. Там дальше уже Австрия с Дунаем. Видно, как ветряки вращаются. Много-много ветряков, вон там она. Думаю. Это в сторону града Дени. Так, посмотрим-ка еще. Что сверкает аж. Так, Альп не видно. Это площадка сама. Это вот красненький рэпер. Выше отметка там. Тут 14 метров. Такая площадочка. Там ветряки много вращается. Это Австрия уже. Австрия. А вот там, похоже, вот Альпы на горизонте. Вон они. Там, потому что уже заведено Карпат нет. Виднеется что-то массивное такое. Массивные горы. Тут еще немножко видно. Вену, конечно, не видно особенно. Сгораживает, видимо. Сгораживает деревья. Горы видны немножко. Хорошая погода. Можно разглядеть Альпы. А, они там тоже Альпы. А вот Малые Карпаты. Тут уже по Мораве, реке Морава граница идет. Еще низинка, потом начинаются Карпаты уже, вот они. Характерная такая гора, бугорбая. Заметные, кстати. Приметная гора. Тут дождь управится. Карпаты. Там камзик. Торчит из-за леса. Там Братислава. Вот она, Братислава.
все пригороды Братиславы. Видимо, Дубравка. Дубравка туда. Да, дождь. Похоже, дождь собирается. Ну вот последний взгляд. Это вот бывшая военная база. Русская военная база. Загажено все, как обычно. Как и на Урале у нас. До сих пор загажено. Русский мир. Вот так вот. Гора Девинская кобыла. Ну вот, вот они. Карпаты. Малые Карпаты. Куда тянется? Камзика и дальше. На спуск идти.